se vuole rimanere un attimo. Mamma, vieni a casa mia, dai. Физический труд идет тебе на пользу. У тебя даже цвет лица изменился. Вот цвет лица меня как раз меньше всего волнует. Мне больше идет бледность. Все так говорят. Меня всегда раздражали загорелые лица. Терпеть не могу. Ты сегодня агрессивная. А ты говоришь не то, что думаешь, ищейка. Что с тобой? Ты ведь не из-за меня приехал, верно? Ты увиваешься вокруг меня, потому что хочешь кое-что разнюхать. Разве не так? А почему бы тебе не завербовать меня в осведомительницы, в доносчицу или в информатора, как вы их называете? Что у тебя за манера так смотреть на меня? Как врач на пациента. У тебя на лице такое сострадание, участие. Ты всегда уверен, что правда на твоей стороне? А я отношусь к заблудшим овцам. Ты сегодня сама не своя. Ну, задавай вопросы. Мне не о чем спрашивать. Тогда зачем приехал? Чтобы увидеть тебя. Неправда. Правда. Эй, ребята! Заканчивайте!